Добрый день. Мы в апстейте Нью-Йорк на Китайском озере. Зоя нас привезла с Мишей. Вот рыбачка идет. Привет, рыбачка! Так, только хорошие слова, пожалуйста. Сегодня шаббат, сейчас заканчивается, поэтому мы спокойно можем рыбачить. Миша уже закидывает. Потом я тебе передам бразды в руки. А, и когда это... Зоя. Где? Покажи тысячелистник. Да? Тебе нравится здесь природа? А? Природа нравится здесь? Еще не знаю. Пожалуйста, приходите. Что еще надо взять? А, это сумочку и червей в холодильнике. Червей. Да, там Миша, по-моему. Что говоришь? Я найду, найду. Вот иди вот здесь, вот левее. Где левее? А я пройду там левее. Там Миша уже, по-моему. Ну, пойдем дальше, ладно. Потихонечку пойдем. Тут два озера, наверное, да? Миша, это китайское, а это какое справа? Вот то, это китайское, а то? Какое? А это японское. Ну, мы начнем с китайского. Перчатки, Зоя, возьми червей, ладно? На. Давай. Не, червей, червей я не смогу, у меня... На, вот ту руку возьми. У меня рука занята с костылем. Боря, возьми две руки и костыли. Я не могу сейчас брать. Вот моя рыбачка, смотрите на нее. Вот, я хорошо стоит момент, я не заснял. А посмотри, какой там лес красивый. А какое небо красивое. Сегодня был дождик. Сейчас посмотрим, что там Миша. Боря, иди вот сюда левее. Куда ты пошел? Левее иду. Вот сюда идешь. Вот сюда. Куда? Вот куда? Сюда, покажи, покажи. Здесь канавка, канавка. Вот сюда. Ну, Боря сегодня на костылях. Уже, уже нога бриллиантовая. Правда, с костылями. Но не страшно. У нас есть experience. Это называется... Что такое experience на русский язык, Зоя? Как экспириенс, что такое? Вот здесь идешь. Опыт. Вот оп. Сюда идешь. Вот сюда. Вот сюда. Иду, иду сюда. Здесь. И перепрыгивать или что? Нет, не перепрыгивать, а идешь вот здесь. Ну, я иду, иду. Иду. Вот у меня есть такие бутсы. Иди. Так, Зоя, пройди и дай мне руку. Руку пройди, дай мне что руку. Что тебе руку давать? Иди здесь, здесь нормально. Вот сюда наступай, все. А, ну это не страшно. А, тогда не страшно. Это не страшно. Так, Миша, рыбак уже пристроился. Ладно, я вам убрал. О, посмотри, какие условия. Посмотри, какое озеро. Ой, Зоя, вот здесь вот, по-моему, уточки отметины делали. Миша уже почистил там все. Я почистил. Молодец. Миша все почистил. И Зоя, да, молодец. Вот тебе отсесть вот там. Да. Зоя, на одну секундочку, буквально на две секундочки, как я буду садиться на стул, давай, просто давай. Вводишь. Хорошо, давай. Просто давай. Вводишь. И рассказывай. Так, Зоя, Зоя. Миша, нет, уже, видишь, забросил, придет. Молодец. Смотри, какой придет. Дисциплинированный. Да, да, да. Зоя. Так, итак, Боря приехал на рыбалку. Так, садится в кресло. Слышь, здесь вообще нужно принести будет более большую досточку. Так, нету более большой. Рыбалку. Садись. А чего ты перевернула? Переверни взад. Взад, давай. Вот так, молодец. Садись. Так, а теперь сбоку. Зайдите сбоку. Ну, садись. Можно было и Мишу, и всех. Давай. Вот туда сбоку. Дальше иди. Дальше вот туда. Дальше. Дальше. Дальше вот туда. И сюда показываешь. Еще дальше. Да. Еще дальше. О, класс. Классно. Начинаем рыбалку. Костыли убираешь. Как? Костыли убираем? Костыли, а куда? Убираем. Костыли сюда? Сюда. Так, а, Зоя, а удочки? Удочки дай, пожалуйста. Она Зоя. Сфотографируйте все. Я Мишка тоже, чтобы Миш попал. Да. Вы смотритесь, класс. Классно, Зоя, веди, веди и до удочек, пока ты мне их дашь. Только смотри, вот, что ты снимаешь. Хорошо? Так, червячки. Лягушки хватают. Зоя, мне нужно. Нужно... Готовила такой смертливый. Ой, ужасно. Давай, давай. Ужасно, Миша, Зоя, Зоя, ужасно. Камеру ты куда? Камера куда? В тебя. Вот давай. Давай. Давай, опа. О, класс.
Теперь издалека. Издалека. О, класс. Так, начинаем рыбалку. Что, уже клюет? Какая глубина здесь, Зой? Что, большая? Вот у меня. А, да. Ой-ой-ой. Ха, класс. А червяков где у тебя? А ты можешь чуть дальше оттянуть кресло? Знаешь почему? Потому что у меня ногу некуда протянуть. Дальше ты должен встать тогда? Ну, я встану, чуть-чуть отодвинешь. Так, и мне выключить камеру? Стоп, я сам. Стой, там не будет... Не надо выключать, не надо. Вот так, вот сюда. Все. Ты камеру держи на меня. Все нормально. Отлично. Так, начинаем с... Рыбалку. Зоя, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, перчатки, я приступаю к операции. А что это за рыбалка в перчатках? Не говори, слушай. Ты что, хирург, что ли? Покажи на Мишу, что он говорит. Еще раз повтори, что я сказал. Ты что, хирург, что ли, что в перчатках ловит? Я же буду сейчас обрезание делать. Обрезание не тебе делать, ты не шойхай. Не шойхай. Зоя, пожалуйста, нажмите красную кнопочку и дайте мне перчатки.